Привет. Короче, больше половины не хотят ехать. Так а что они тут хотим, мы хотим, все получили, блядь. Все, блядь, едет, а теперь не хотим. Как ты тогда получается, ебать? Да что, блядь, блядь, ну, вон, блядь, что я им могу сделать? Я, короче, поехал. Ну, с наших 20 что, 5 человек сидит тут? Да. А банкир, блядь. Короче, сейчас я их построю, блядь. Я скажу конкретно, кто едет. Постройте людей. Если им довезли, кто не едет, там в обороне будет, ебаный рот. Что они, блядь, едем, едем, получили, все, теперь не едем, нахуй. Ну, сейчас скажу, блядь. Давай, скажи им, что в обороне они тут сидят, блядь, в обороне. Блядь, я им говорил, что мы будем в обороне. Ну, тут россияне ж напиздели, блядь, и сами съебались. Ну, сегодня утром они чухнули, что русские отказались. Говорят, вы что, блядь, едете, вы в мясо. А русские что, вышли оттуда, что ли? Ну, я тебе говорю, вот. Куда нас привезли, они тут стояли, их послали туда, они отказались, уехали, блядь, в другую сторону, да. И говорят, вы что, долбоебы, блядь, куда вы сунетесь? И вот это началась паника.